В основном Алиса. Отлично, Ник. Как не сойти с ума в оккупированной Балаклее? Ну, надо понимать, что все пройдет. И мы вас вернем. И вернем раньше, чем вам кажется. Поэтому нужно набраться терпения, понимания того, что происходит, действовать адекватно, избегая опасных ситуаций, помогая себе и другим людям. Несмотря на то, что вам там, конечно, не сладко. Все добре, все добре. Молодці! Молодці! Все добре було. Ми коліну перемагали сьогодні. Дякую вам, дякую. Півроку молилися, щоб ви тут скорбилися. Сили не було діти, тут ще з нами внуки мої. Я так вас... Нікуди не побігла. Ви на нас прийшли. Ви на всяк випадок все посидіть, будь ласка, в підвалі, будь ласка. Тому що може бути ще обстріли. Но мы уже тут, уже все добренько. Спасибо.